Друзья, вы находитесь на канале Технобарпу. Сегодня играем в лотерею Тутанхамон. Очередное видео. Друзья, мод решил, собственно, взять на постоянной торговой точке, где я беру лотерейные билеты практически всегда. Вот такие два билетика. Не знаю, почему-то подумал, что все-таки стоит рискнуть именно сегодня. И ну, так вот получилось. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео. Ну а я напомню правила по данной лотерее. Друзья, стираем вот здесь вот этот весь квадрат. И если в ряд будут три одинаковых суммы, хотя бы в одной из строчек, ну, собственно, тогда мы выиграли эту сумму. Если три одинаковых суммы в каждой из строчек, суммируются эти все денежные вариации и, собственно, получаем эту сумму на торговой точке. Приобретал я с целью того, чтобы выиграть, конечно же, вот такой вот джекпот, но почему-то думается, что все-таки я окуплю свою стоимость, то есть по соточке здесь должно быть 65% призовой фонд, достаточно приемлемая сетка призовая. Давайте будем начинать. Сегодня вот таким вот работаю предметом. Ну, надеюсь, что-то получится. 3000, 1000 и миллион. Тут мимо. Подпишитесь на канал Технобар Плюс, друзья. Кто не подписан, вам не сложно, а мне, как говорится, приятно. Так, тут 100 рублей, 5000 и 500 рублей. Последняя надежда. 15 тысяч, 200 рублей и 100 тысяч. Пока мимо. Билет без выигрыша. Второй билетик. Посмотрим, возможно, здесь повезет. По крайней мере, очень хотелось бы. Но тут в первом ряду не везет. 1500 и 5000. Так, смотрим дальше. 3000. Миллион. И 100. Мимо. И последнее. 15000. 200 рублей. И 100 тысяч. Ну вот так сегодня без выигрыша, друзья. Тем не менее, я прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс, поддержать лайком и комментарием данное видео. Друзья, вообще напишите в комментариях, как вам Тутанхамон в последнее время? Что-то кажется, как немножечко подиспортился. Я в него давненько не играл, но вот сегодня почему-то решил взять. Но, тем не менее, результат вы видите все сами. Друзья, я желаю всем удачи, чтобы у вас таких вот билетов не было, а были только с выигрышем. Желательно, чтобы как минимум вот такой вот выигрыш у вас был. Всем желаю удачи, всех обнял.